Базовые комплексные пептидные ревитализанты. К нам обращаются разные пациенты разных возрастных групп, и для каждого из них есть базовый препарат. Первый из них – это пептоцеллю-50. В своем составе он содержит среднемолекулярную гиалуроновую кислоту и подходит пациентам первой возрастной группы. Это самые молодые пациенты с первыми признаками возрастных изменений. Также этим препаратом мы корректируем воспалительные какие-то моменты. Это акне, постакне, пятна, которые плохо заживают, ничем не купируются. И пациентам, которым не показаны процедуры химического пилинга, именно таким препаратом мы будем инъецировать пептоцеллю-50. Препарат отлично увлажняет, репарирует кожу, способствует ее быстрому восстановлению и заживлению. Следующая группа пациентов – это 30+. Для них мы выбираем комплексный ревитализант на основе гиалуроновой кислоты с пептидными компонентами, но более концентрированный по своему составу. Это пациенты 30+, это выраженные и мелкие морщины вокруг глаз, это пациенты с тусклой, уставшей кожей. Именно такой препарат создаст увлажнение и более ровную поверхность и цвет вашей кожи. Также у нас есть комплексный препарат, который будет показан отечным пациентам, а таких пациентов у нас большинство, с отеками верхних и нижних век, с тяжелой нижней третью. Именно такие пациенты очень часто отказываются от процедур биоревитализации, потому что стандартные биоревитализанты вызывают у них долгосрочную отечность. Препарат целью комби – это комбинированный препарат. В его составе есть низкомолекулярная гиалуроновая кислота и среднемолекулярная в соотношении 1 к 1 – 500 килодальтон и 2000 килодальтон. Такой препарат дает мгновенное увлажнение, и за счет высокомолекулярной гиалуроновой кислоты это увлажнение будет пролонгированным. И за счет того, что есть две фракции гиалуроновой кислоты, мы не видим яркую выраженную отечность в первые дни после процедуры. Каждый из этих препаратов требует курсового применения. Минимум 3 процедуры, а максимум до 6 и даже до 10 процедур у самых сложных пациентов. Интервал между процедурами 10-14 дней. Какой препарат выбрать именно для вашего пациента, решайте сами.